Рав, добрый день. Вот такой вопрос. Мы столько времени работали в состоянии, нет никого, кроме него, да? А сейчас целый день мы говорим о том, что работаем против Творца. Вот как эти две вещи принять себе? Или какой-то определиться относительно какой-то точки, которой надо работать против Творца. Эти две точки, что нет никого, кроме Него, и если не я себе, то кто мне, ты должен соединить их вместе в твоем слиянии с Творцом, и тогда не будет у тебя никаких противоречий. Понятно? Если не я себе, то кто мне, и нет никого, кроме Него. Или Творец существует, или я существую. Не может быть, чтобы мы оба существовали, а только лишь в том случае, когда мы находимся в слиянии. Этого мы должны достичь. Все? Подумай, не проблема, но этот вопрос красивый, и он приводит нас к цели исправления.